Управляющая компания «Жилфонд» простит красноярцам долги. Правда, не все, а только пени. Для этого горожанам нужно оплатить задолженность по квартплате до конца этого года. В «Жилфонде» полагают, такая новогодняя акция в первую очередь привлечет тех, кто не платил годами. Долги за жилье некоторых красноярцев доходят до 500, а то и до 800 тысяч рублей. И пени по их счетам составляют больше 20 тысяч рублей. В случае оплаты должнику спишут все накопившиеся штрафные санкции. Напомню, сумма, которая начисляется за просрочку платежа, зависит от площади квартиры и количества прописанных в ней человек. В Жилфонде советуют горожанам не копить долги. Если заплатить сразу не получается, попросить отсрочку платежа. Условием акции долг можно гасить также частями. Если, например, долг у жителя накопился 100 тысяч рублей, а у него сегодня есть возможность оплатить только 50 тысяч рублей. Пожалуйста, можно оплатить 50 тысяч рублей, тогда вся пеня, которая насчитана на сумму 100 тысяч рублей, в зависимости от периода его задолженности, от года, два и трех и так далее, будет также пропорционально внесенным деньгам списана.